Так, здорово, ребятишки. О, наконец-то, кстати, эта карта. Мне она раньше очень понравилась, но я на ней только один раз был. В общем, сыграем в Broken Arrow. Опять писюны рисует. Ой, господи. О, это прям... А, ну тут низкая застройка, но в целом, да, это... Ну так, город стотысячник, я бы сказал. Вполне себе. Так, ага. Су-35. И Иляру. Возьмем это. Это что нам еще хватит? Это хватит? Ну, типа. Ну и supply. Ага, ты туда ил вызвал. Ладно. Ага, там много сушек. Нормально. Там будет десантирование, ну и я тогда десантируюсь тоже сюда. Тут всего 4 точки, не очень-то и много. И тут я смотрю много зелени. Блин, я хотел в город. Но там уже ил вызвали. Ладно. Принял новый ППМ. Триплан на связи. Триплан на связи. Борт на связи. Противник, главный включить. Твою мать. Ну ладно, по крайней мере, ил успеет высадить. Так, и домой. Дропинг! Так, хорошо. Улетай, малыш. О! Он вроде даже сбил самолет, но это не точно, я не успел увидеть. Так. Что нам, танк? Или, наверное, лучше сейчас взять какой-нибудь Тор? И... Ну да, давай корнет. Так, раскидываемся. Отличный НП. Так, все бегом. Противовоздушная оборона, слушай. Не-не-не-не, отставить. Отделение в налете. Стрела, работай. Хрясь. Хе-хе-хе-хе. Так, разведка. Назад. Мотолыга со стрелой. О, еще враг. Орион! Успеешь? Поехали, потом заведешь. Сука, блин. Ну ладно. Две штуки сбил, она всего 110 стоила, так что. Считай, что купил. Давай еще бук вызовем. Надо пихтур какой-нибудь. Мотолыжников. Че, по-моему, бьют, что ли? Давай там задымись. Помолись. Ух ты, болото. Прикольно. Чем-то даже сталкер напоминают. Зеркаху возьмем. ГС брать, не брать. Ну, в целом, почему бы и не брать? Ребят. А, ну АГС-то я взял, вот только, кажется, ему не хватило. Десант, да. Готов. Они пешком будут идти. Им не хватило до грузовика. Ладно. Так, что тут? Наш фортпост. Ну, сейчас тут. Им некого ловить вражеским фортпостам. Тут одна пехота у нас. О, будешь это разведывать. Кстати, а может его домой отправить? Может, это будет интересно? Вижу вражеских этих. Вертоплет. Боевая машина десанта здесь. Корнетик. Корнет, давай в лес. Причем куда-то в тыловой лес. Почему мой союзник сзади дрочит? Ага, ну и в итоге с этой стороны всего один человек. А мы тут что, втроем? Не-не-не, ему помогают. Хорошо. Хорошо, да не очень. А, нас же пятеро, да, точно. Тут, я думаю, как-то нечетное количество. ПВО, слушай. Так, Тор. Даже не знаю, куда Тора поставить. Давай вот так как-нибудь. Принял, выдвигаюсь. Будешь со второй линии смотреть. Туры. Господи, чё ж вы, куда вы пошли? Выдвигаюсь. Давай, саплай. На саплай поработай.
Так. Огневая где моя пехота? Я ж пехоту заказывал. А, или мне не хватило. Так, сюда пехоту. Сюда пехоту. Уже еду. ИРСЗО надо. Дорого. Дорого, но надо. Выше нас только звезды. Так, вперед, ребят. Так, там хватает, ребят. Мое дело здесь. Да, командир. Попробую передвинуться. Слышу выстрелы. Снайпера. Дерьмо обнаружено. Чувствую, мне тут сейчас не рады. Так, бук. Давай сюда куда-то. В зеленку, конечно. Как же ты эту зеленку сейчас найдешь? Пулемет развлекает. Давай на пополнение, в тыл. Смена караулов, так сказать. Пока у меня много войск, можно этим побаловаться. Ух, ёб твою. Дым. Твою мать. Как больно. Ты гляди. Есть кого бить? А, понял. Орионы. Противотанковая машина здесь. Так, все там в зеленке сидят, теребят. Дебоссы. Так, да, Тор. Тушка! О, опять ракетами пуляется. И куда же они полетят? Так, 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 так. Для меня просто вот эти ракеты, это просто загадка. Вот он опять никуда пульнул. Тут тоже что-то не пойми куда. Ну, Тор, отрабатывать будешь его? Ну, все, отработал, сойдет. А, так, стрелу бы, новую стрелу хочу. Стрела дешевая и прикольная. Блин, почти кончились ракеты, надо саплай, уже саплай пора брать. Новый. Пока что на этом саплай покушай. Зараза. Убей первым! Пехотинцы ждут ваших приказов. Пехота на прием. Так, ну-ка давай-ка штурмани дом. Вас понял, выдвигаемся. Давай, на штурм. А то эти птуры надоели. Спецгруппа ждет ваших указаний. Так, спецназ пополнен. Давай назад. Пехота ждет. Заходим приказа. Здесь. Так, я думаю, корнет надо сюда перетащить. И сюда же я хочу разведку. Может, Орион взять? Нет, там ПЗРКахи. Блин, там 12 человек. Куда я зашел? Поворот не туда. Куда вас дождем? Ну, угу. Вижу саплай. Саплай там неспроста. Бротос. Давай, может, первую коалицию возьму. Камов там по флангу обходит. Бур. Бук. Заряжен. Тор тоже заряжен. Стингер есть. Что это было? Это кто выстрелил? А, коалиция. Ну ладно. Так, давай-ка Кагуар пойдет когда-то в леса, в сторону. Где солнцепёк? Вот он. Чё там по дистанции? Ещё далеко. О, какие там интересные штуки. Ой, сейчас бы туда жахнуть. Ой-ой-ой, как хочется жахнуть. Ух, блядь. Ну ты ж, блин. Ты смотри. Какой гадёныш. Ой. Ну ё-моё. Парниша не умеет пользоваться вертолётами. Ладно, бывает и такое. Правда, кажется, я сейчас тут тоже лососну тунецкого. Так, давай. Да, в
за сосну. Огонь на ходу! Так. Блин, я забыл куда. Да, сюда. Весь БК. Сюда же? Да. Широким веером. Ли. И отступай сюда. Транспорт здесь. Так, тайфун. АГС все еще ползет. Сами не летаем и другим не даем. Стрела. Стрелу бы поближе. Уже еду. Приказ понял. Едем. Идем, идем. Пошла арта. Еду туда. О, снабжение лопнуло. Так, прочесать лес. Солнцепёк отработал. И домой. Спецназ ВДВ слушает. Давай, на выход. Спецгруппа. Ёханый. Снайпер-тим. Да, командир. Всё ещё там сидят. Жирнюки. Да они сбежали. Так, давай хель еще возьмем дешевый. Камова 150-го. А, не, вот этого улучшенный вижен, да, точно. Или нет? Может и нет. Странно, я вроде улучшал вижен. Воу, капец ты дерзкий. Ты куда десант вызвал? Тебе ж конец. Ну вот да. О. Кстати, как раз вопрос про урон от падений. Ничего не понятно, есть он, нет. Контакт, контакт. Так, бумеранг, давай. Огонь туда. Пехота, возврат. Дуры на связи. Попробуем. Блин, снайпера гасят. Еще давай своих снайперов вызовем. Снайпер тим. И пополняшку. Заводи мотор. Саплай. Сюда. Ну, кое-как мы что-то делаем. Союзник помогает нам неплохо. Так, давай еще коалиции вызовем. Пару штук. А на вторую не хватает, да? Точнее, на третью. Первая. Первая есть. Саплайинг. Что тут? Луки. Стрела. Это пехота. Так, Мишка. Вертушки на приеме. Прочеши зону и вернись. Противовоздушная оборона здесь. Все. Перемещаюсь на заданную позицию. Зарядился кое-как. Надо бы еще саплайнга взять. Чего? У меня я не вызывал. Не мое это. Армейская авиация. Это не наше. Куда вас доставить? Опа. Вертоплет. Самый настоящий. Какие ваши указания? Что ты вертолет не заметишь? Я тебе даже подскажу, куда смотреть. Главное смотри. Смотрю, союзник там танковыми кулаками развлекается. Так, давай секторально. Как-то вот... Так вот. Давай вот так. Летело вертолета. Противовоздушная оборона. Докладываю. Ладно, уходи в леса. Так. Все, тут никого нет, хотя это очень странно, потому что должны были быть. Где же их разведчики? Непонятно. БК вообще не потрачено. Куда вас довести? Понял. Без проблем. Только сначала спокойся. Так, я не знаю, кого я там прибил, но я, по крайней мере, поразвлекал их, чтобы они себя комфортно не чувствовали. Вызываем дополнительное снабжение. Как ракетные сани на рельсах.
И давай сюда на границу бумеранг вызовем. Стрела там. Ой, бля! Уже в пути. Противник обнаружен. Дым есть? Фигушки. Логистика здесь. Пехота ждет приказа. Вы когда успели? Зачищаем квадрат. Беги. Вертушки здесь. Так, наверное, нас все-таки назад надо было. Вон они. Ёб твою мать. Да, командир. Коалиции. Бли. Ужас. Пехота, по нам работают. Ужас. Снабжение заказывали. Вертушки на приеме. Огнемет на расчет на связи. По коням. Огнемет на расчет здесь. Давай как-то так пытаемся. Транспорт, слушай. Опа. КамАЗ снабжения. Не знаю, для чего ты, но мы вот это вот уничтожим. Так, стрела. Уходи. Широким ходом. Солнцепек, ты там как? Давай. Техника для тесного контакта. О, противник обнаружился. Накрыть площадь. По площади. 333. Установлен новый маршрут полета. Новая точка получена. Летим туда. Проверяем, где эти уроды. Ёханый бабай. Я вас так просто не оставлю. Твою мать. Приехали. Supplying. Ага, фигушки, говорит мне игра, а тебе они supplying. Грузовики-то я не вернул. Вот, а больше грузовиков у меня да и нет. А, есть большой. На что, на 15 тысяч. Центральный склад, блин. Это туда солнцепёки воротить. На пополнение. Это, конечно, я тут вложился. Снабжение. Ну-ка, давай-ка накроем вот этих вот ребят. Зонально давай. Работаю. А, так, стрела кое-как спасается. Приказ понял, выезжаем. Вертушки здесь. Ах ты ж сука. Быстро на дорогу. Стреляют, гады. Пехота ждет указаний. Без разведки ни шагу. Граната идет первой. Давай там. Вертикальная на связи. Вертушки здесь. Это пехота. Транспорт заказывали. Так, давай транспорты там тоже поищут. Вертушки противников. На приеме. Тушка. Вижу контакт. Ёкарный бабай. Ступай, блин. Поздно. Ух, как хорошо, что я оттуда уже всеми свалил. Как вовремя. Корнет тут в лесу стоит. Так, свои, свои. Кстати говоря, вот тут что-то... Нехорошо.
Так, буки заряжены. Заряжены. Тор тоже. Куда пустил? Куда это ты пустил? О, попытался сбить. О, сбили его. Крутяк. Так, во. 15 тысяч. Не-не, сначала сбрось. 15 тысяч этих. Готово. Замечательно. Да, все там зарядитесь. Покушайте вдоволь. Движемся. Так, разведочку. А, разведка есть. Тогда снайперов. Может быть, какие-то птуры? Ну, давай. Принял. Что там? Выдвигаюсь. Кушайте. Кушайте. Противовоздушная оборона. Слушаю. Координаты? Чинитесь, кушайте там. Пути. Блин, лесов уже мало. Уже еду. Так, ты еще не докушал. Так, солнцепёк. Солнцепёк еще долго кушать будет. Выполняю. Так, все, ладно. Разъезжайтесь. Говори, куда накрыть. Принял. Будем широким. Ох, так, тут дистанция. А, это солнцепёк. А у вас? А, у них все хорошо. Ребят, все в порядке. Опа. Блин, столько целей вижу. Так, ну ты уже можешь стрелять. Огонь. Кажется, не я один туда выстрел даю. Ну и славно. Плотнее будет. Ты что там делаешь, Мишка? Михалыч. Фига. А, это С-300. Кто это с такой дистанции там дал? Блю. Где, кстати, этот? Тор. Ой, не Тор, а Бук. Где Бук? Противовоздушная оборона. Докладываю. Штурмуем позицию. Бук, стрела. Выдвигаемся. Так, готов, мне не нравится. Так, вы давайте сюда. Солнцепёк. Солнцепёк вперед. Будешь давать залп по передовой. Где пехота? А, ну, понятно, опять пешком лезут. Мне вы надоели, откровенно говоря. Поэтому что мы сделаем правильным? Возьмем вот это добро, если денег хватит. Откуда у меня здесь конкурс? Ха, что ты тут делаешь? Хороший дом для обороны. Давай, перегруппировка. Разведка ВДВ слушает. Огонь на ходу! Так, ну-ка, у меня есть некоторые подозрения по поводу вот этого леса. Никто не выживет. Тушка, идем с на связь. Координаты получены. И домой. Охренеть! Сзади вертолеты. У меня половины корпуса уже нет. Понятно. Куда лететь бы? Здесь у них все нахуй дырявое. Ебой. Ладно, я по крайней мере дал плюху. Ну вы сволочи. Вот это, конечно, жесть. Так, и чем же мне это отбивать? Простите, извините, у меня ни корнетов, ни ничего. Это пехота. Без команды не стрелять. Стоп. Блять. Не работает? Это стрелки, но не уверен я. Что-то это стрелков. БМД, что у тебя? 65 не сойдет.
БМД давай. Ну, смотри, пешим. Сука, блядь. Да пешим, ёханый. Так, что на передовой? Про передок не забываем. Блин! Этого самого убили. Солнцепёк мой. Куратос. Солнцепёкович. О, десантники какие-то, разведчики. Были, да сплыли. Подловил. Сволочь такую. Так, что как? Транспорт заказывали? Пехота на приеме. Пехота вперед. Так, приказ корнет, понял, стрела. Так, стрела. Ты сейчас тут пригодишься. Пригодишься. Туры тут развлекают врагов. Вали. На свой родной остров шлюх. Так, давай. Задымись и вали. О, коалиция. Сектор, длинная стрельба. Сколько, три или две у меня коалиции? Все три живы. Хорошо. Бук заряжен. Стрела. Ну, отдыхай, ладно. Спрячься. Тор, два заряда. Давай. Ты чё, коалиция, давай. Не грусти. Я потерялся. А, на грани. Так, тут снайперами подсвечиваем, стреляем. Хорошо. Жмем их коалиции. Весь заряд расстрелять. Тебе. Ты чуть-чуть не достаешь, но хер бы с тобой. Вот так давай. Стрела 10, подбита. ВГС. ГС хочу. И... Двигаюсь к точке. Гвардейцев хочу. И... Разведку хочу. Туры где ближайшие? Туточки. Как тут два заряда. Надо бы им пополняшку подвести. Эти два заряда меня уже бесит. Давай. На 2000. Самое. Хотя, блин, они дешевые. Давай на 3000, да и не будем париться. Давай прокатимся. Приказ понял, выезжаем. Камов. С кого снять броню? Буков. Буков. Буков, блин, бук я там не подобью. Пути. Давай, Тор, подкатим. Двигаюсь к точке. Корнетик. Куда вас доставить? Сможешь сесть на БМД? Слушаю. Сложные задачи, это про нас. Да, давай, БМДха. Ну тут бы закрылся бы. Как-то мне не нравится, там дыра какая-то подозрительная. Арту вызывали. Было дело. Ну-ка давай-ка по армате погасим. Посмотрим, как сработает. Тур. Цель. Армата, кстати. Не просто так. Бля. Крепкая сука. Может мы ее и вырубим, но сейчас мы сильно просремся. Но, тур. Вот гадство. Корнет. Он на прорыв идет. А у меня танки-то есть? Бля, у меня ни одного танка. Трубы готовы. Так, есть ручные гранатометы, тоже дело. Че, все? Помер? Помер. Ух. Зря я дернул
ребятишек. Стояли бы в доме, выжили бы. Как тут? Мата еле-еле бьется, совсем по чуть-чуть. Давай под дому поработаем. Так. Транспорт на связи. Давай двигай. Тут их очистить высади. Триум. Так, стрела починенная. Приказ понял, выезжаю. Твою мать, танки лезут. Я еще думаю, блин, а может быть какую-нибудь защиту взять нормальную. Так, наверное, Тор нужно на отступление дать ему. Так, пехота, ты сейчас как нельзя кстати здесь. Господи, кагуар, в лес. Дым. Тебя не должны заметить, понимаешь? Так, разведка. Ну, разведка даже не знаю, куда ее сейчас, надо куда-то туда. Надо валить. Так, пополнение. Хорошо, это мне надо. Туры тоже. КамАЗ в тыл. Возвращаемся на базу. Откуда стреляют? Не вижу. Арту вызывали. Что-то мелькнуло похожее на технику, а точнее на авиацию. БМД на связи. БМД. Что там? Арена. Куда вас доставили? И хорошо. Транспорт ждет приказа. Кагуар, знаешь, иди-ка ты домой. Верни мне деньгами. Все, все равно сейчас тут толку нету. Насчет Туров я даже не знаю, пригодятся ли они тут. Так, что тут? 4 гранатомета, 2 гранатомета. РПГ-7. А, так это ж вообще, это не то. Это противопехотные гранатометы. Фугасные. Это для... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Цель. Блин. Длинным. Да вижу я. Уже стреляю. Куда вас довести? Так, давай в лес. Тайфун. Значит, что-то тоже иди домой. Пора домой. Я тут тоже мало толку. Корнет. Приказ отступить. Понял, еще по снарядам. Блять, кончились. Понял. Засада, а? Делаю. Координаты. Ух, а вы кто такие? Будем там. Так, давай. Гоняй экипаж, а мы пошли вперед. Блин, а мы что, вровень держимся? Почему так? А, они не могут захватить, я понял. А мы тут что-то сидим бибу точим, не штурмуем их. Готов сотрясать землю. Так, давай. Сотрясай сюда. Двигайся и стреляй. Это стрелки. Ага. Принял, штурмовики. Тушка. Да, тушка. Грязь. Так. Что тут? Танк есть? Танк есть. Кто там? Опять армата лезет. Перемещаемся. Корнетик. Выдвигаемся. Противовоздушная оборона. Что-то он далеко не пошел, ладно. Понял, прием. Заводи мотор. Так, давай-ка сюда. Заряд. Попробуй жахнуть. Живы? Выше нас только звезды. Да. Хорошо. Найти и уничтожить. Очистить квадрат. Ну, поступили, поступили немножко. Так, ну тут точно какая-то дрянь будет. ВДВ на приеме, как слышно? Где ты, Корнет? Ага, во-во-во-во. Милан там есть, все хорошо. Двигаюсь к точке. Где мы нужны? Так, тут сейчас БК вообще кончится к фигам. Так, ага, убили меня.
Мазик, давай. С вкусняшками, КамАЗик. Без разведки ни шагу. Не просто так тут происходит. Разведку бьем, коалиции. Что, не достаем, что ли? Готов. Ты достань. Только одна достает, да? Эти две никак. Выполняю. Вперед, вперед. Supply. Надо больше supply. Что-то союзник не работает своим supply. Поработай кулачком. Чтоб тебе. Шмаляйте коалиции пока что туда. Я бы санцепёк вызвал куда-то вот сюда вот. Что происходит? Он нам что-то бьет. Инженерные войска на проводе. Опять стрельба не пойми откуда, не пойми кому. Противовоздушная оборона. Докладываю. Так. Корнет нужен сюда новый. Буратос. Ты на передовой, Буратос. Степенись. Ракета есть? Полный заряд. Самолет? Ты откуда тут взялся? Так, ладно, коалиции рассредоточатся. Понял, принял. Держи ухо. Разведку зарядили. Ой, штурм орионами. У меня сейчас ракета кончится. А где Тор? Подожди, а где стрела? Стрела 10, ты где? Далековато. У Бука последний заряд кончился. Так, ПЗРКшники. Потопали. Меняем ППД. Так, смотри, а тут, кстати, что-то совсем чисто. Ну-ка, давай-ка мы, может, выпад сделаем. Че это мы тут на ничью играем? Не надо так. Надо на победу. Тяжелый транспорт здесь. Так. Откуда? Ага. Накрыть площадь. Отсюда? Такая вероятность. Давай сейчас штурмовой взвод организуем. Так, танк отсюда на выход, вот сюда, вот на перегруппировочку. Поехал. Сюда вот как-то по дорогам пытайся. Штурмовые взвода две штуки. Один гвардейский, и у меня не хватает на танке. Печально. Опять пытается сюда лезть, сволочь. Что там? Т-90 арена. Да, командир. Мне хорошо. Принял, идем. Так, Бук, отступи. Есть снабжение, вот крупное снабжение. Давай сюда. Что тут происходит? Разведка ВДВ на связи. Еще остались заряды? О, у меня, кстати, свежие Миланы там заряжены. Нормально. Сгорел нахер. Быстрее! Сюда. Живее, живее давай! Так, туры танк готовы, приехали. Так, танк нужен хоть один. Давай терминатор возьму. Может, вертолет какой? О, вертолет противника. У меня что? У меня все мои... Да, в тылу. Стрела как? Далеко? Вижена нет. Понял. Ой, Буратос приехал. Я совсем забыл про свой Буратос. Буратос это дело. Буратос это мы перевезем. Арку вызывали. Так, стоп. Там грузовик все еще сычует. Да, домой, домой. Направляюсь обратно на базу.
И тут грузовик сычует, походу. Грузовик, да. Готов, вот сычи. Так, стрела, ты работаешь? Да, эта стрела работает, хорошо. Молодцы. Принял. Отработала на все деньги. Двигаюсь. Перегруппировайся. Так, занимаем позиции. Вижу в лесу, контакт. Смотрим, что там. Бух тоже сюда понял. Перегруппируем. Едем. Еще вертоплет может быть какой-нибудь. Давай вертоплет пустим. ПМО, Тор. Слушай. Коалиция опять там перекатываются. Секунды. Я его свижу. Работаю. Принял. Заряд. Я вам спокойно жить не дам. Так, есть контакт? Да. Стрела. Так, Т-80, ты куда? Туда давай. Так, я тут танк случаем не забыл свой, нет? Возможно, да. Ха-ха, опять укатывается. Гоняй их. Давай сюда. Чего? Ничего не вижу. Где метка? Метка где? Что? Что ты хочешь? Черт, в лес! Приказ понял, выезжаем. Сваливаем. Противовоздушная оборона здесь. Надо снабжение накинуть. Саппорт. 9000. Не-не-не-не-не-не-не. Не то снабжение. Противовоздушная оборона. Так, бук, стрела, давай там вперед. Скоро КамАЗ? Они еще не вернулись, да? Да, еще уезжают. А третий где? Что, тоже да. Тут? Блять, сраные КамАЗы. Забывал их. Че, Орион? Шмякнем его? Что тут? Нас, что ли, бьют? Не, ну еще нормально. Надо штурмануть их, потому что я не хочу на ничьих точках заканчивать бой. Так, давайте. Сделаю. Достанешь? Фигушки. Транспорт на поле боя. О, лохи. Разрядились почти что в молоко. Координаты. Опять пытается тут прорваться. Твяли, а? Готов. Мы заняты. Землю. Очень заняты. Транспорт заказывали. Так, давайте, все вперед. Огонь на ходу. КамАЗ с саплаем. Сюда. Катимся. О, вражеский саплай? Ну-ка, с кого мило. Сбить броню? Пехота на связи. Какие штурмовики? Ваши указания? Черт. Что-то по нам там жахнуло. А, ну понятно. Куда вас доставить? Коробочка на приеме. Бук. Стрела. Так, где вертолет? Пора. Забыл пехоту свою. Да. Блин, бьются. Ничего ж не видно, и враги бьют. Армейская авиация слушает. Солнцепёк. Отступай. Вертолет. Где стрела? Где стрела 10? Не вижу. Ой. Убили вертолет мой. Я покажу, что ее там нет. Кажется, стрелу Огниво, тоже уже убили. Бог войны слушает. Кого надо поддержать огнем? Я уж думал, надо. Хер с тобой, не буду я сюда штурмовать. Ты мне не очень-то и нравишься. Не очень-то и надо. Покажите мне пилот. О! Как мило. Слишком близко. Дым. Сука, не успел. Вертолет минус. Дым. Сука. Плохо дело.
дым и назад. Господи, кто там? Чё ты такой жесткий? Кажется, я не успеваю, да? Артур, счет на связи. Артиллерия немного не достает. Ой-ой-ой. Дым. Так, ну танк там-то умирает. Чё, бомбы сбросить я успею. Все, неважно. Воюй, в общем. Блин, у меня ракеты кончились. Что-то терминатор не очень. Да, слишком поспешил. Союзник тоже не пойми, чем занимается. Но выбить они меня не могут. Однако и я сам что-то такое. Ну давай попробуем пожахать. Блин, не долетел. Жалко. Кого нейтрализовать? Очень жаль. Ну вот в конце я КД себе испортил хорошо. Так бы оно было намного лучше. И тем не менее, оно положительно. Драф. Никто не выиграл. Мы, конечно, были эффективней, но не слишком. Такие дела. Ну а на этом я закончу и все такое. Пойду я. Собственно, всем пока.